Вот смотрите, я подумал, вы ведь родились в Ташкенте. Это за границей. Город сейчас. Хлебный. Да, город Хлебный. За границей сейчас. Начали вот эту свою карьеру, там, композиторскую, музыкальную, в Беларуси, тоже за границей. Я к чему это? Вот пишут там в энциклопедиях, там, итальянский, там, американский певец-композитор. Антонов – это русский певец-композитор или советский? Вопрос такой вообще. Нет, ну вот мне интересно, ну, вы знаете, как себя вот, ну, конечно, считаете? Основа своей популярности и огромные тиражи пластинок проданных произошли во время Советского Союза, конечно. Mm-hmm. И сейчас как бы это, я как бы, ну, починаю на лаврах, что ли. Ну, не совсем, как бы. Ну, работаю. Если у вас есть новый материал, тот, который мы не слышали, значит нет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».